Миллион рублей в шапке вынес подозреваемый в получении взятки из ярославского ресторана. По версии следствия, деньги бывшему заместителю начальника управления жилищно-коммунального комплекса и благоустройства ростовской администрации передал руководитель одной из управляющих компаний, который с его помощью надеялся стать участником муниципальной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Здесь вот видно, как задерживают подозреваемого в получении взятки. Это работник администрации Ростовского района, заместитель начальника управления коммунального хозяйства. Он уже уволен сейчас. Он подозревается в том, что получил взятку в размере 1 миллион рублей от одной из управляющих компаний за обещание общего покровительства. Он сначала пытался сказать, что эти деньги это он взял в долг, но в конце концов под давлением улик сознался. Уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом по Кировскому району города Ярославля и СУСКР по Ярославской области. Этот же отдел расследует еще одно уголовное дело, но уже не о получении, а о даче взятки. Гражданин Узбекистана надеялся за 300 тысяч рублей освободить из-под стражи своего сына и его подругу, а также прекратить заведенное на них уголовное дело. Деньги полицейские не взяли, а подозреваемый в преступлении задержан.